Фейлы пошли, фейлы, видосик. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал Zoom Slime. Сегодня я хочу вместе с вами сделать слаймы по настроению. Такая будет у меня новая рубрика. Я буду делать иногда, где-то раз в неделю, слаймы по настроению. И сегодня у меня будет что-то типа весеннего слайма. И сначала, конечно же, я должна сделать базу. У меня есть вот такие вот три клея. Они все, как видите, из Ашана. Два белых клея и один прозрачный. Итак, давайте начинать. Сначала наливаем белый клейчик. Пока наливается клей, можете посмотреть, какая классная погода за окном. Ну, можно сказать, на улице, потому что слайм я делаю, между прочим, на улице. Так что вот так вот прям ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. И посмотрите, какое солнышко офигенское. Тем временем, пока вы смотрите вид, я уже наливаю вторую бутылочку клея. Смотрите, это тоже белый клей. Кстати, я почти ее уже и я уже почти вылила всю вторую банку. Так что закрываем и наливаем третью баночку клея, вот такого вот прозрачного. Кстати, хотите прикол, на чем я делаю слайм? На какой поверхности? Вы думаете, это стол? Нет, ребята, это не стол, это не ковер. Как вы думаете, что это такое? Пишите в комментариях, где я сейчас нахожусь и на чем я реально делаю слайм. Все, третья баночка клея тоже уже в тарелке. И следующий ингредиент, который я хочу добавить, это вот такая вот пена для битья, которая называется «Победитель». Winner, you are the win. Добавляем. Еще я немножечко налью вот такого вот клея Тодди, совсем капельку. Также я обязательно добавлю в мою базу крем. Я буду использовать вот такой вот от фирмы каждый день. Фейлы пошли, фейлы в видосе. Блин, это плохо. Почему она так стреляет? Капец, вы просто посмотрите, она выдавливается боком. Почему? Не совсем понятно. Окей, набираем клей в сторонку. И следующий ингредиент, который я сюда добавлю, будет суперсекретный ингредиент. Как вы думаете, что это? Скорее пишите в комментариях. А это... Это вот такие вот мыльные пузыри. Мои любимые. Я их сейчас очень часто использую. Не по назначению, так сказать, а именно для слаймов. Но самое главное то, что они реально классно дуются. Смотрите. Короче говоря, они шикарные. И теперь наливаем эти пузыри прямиком в слайм. Они летят в другую сторону. Ура! Эти пузыри были специально для вас. Пузыри я убираю. И теперь, что вы думаете, я сюда хочу добавить? Вы, наверное, никогда не догадаетесь. Но это будет вот такой вот клей луч. Я не буду добавлять весь тюбик, добавлю совсем немножко. И теперь давайте размешивать эту базу. Берем лопаточку и все перемешиваем. Надеюсь, база получится офигенская. Блин, я совсем забыла про ароматизатор. Окей. В этот раз ароматизатора не будет, потому что сегодня у меня такое не ароматическое настроение, а, наверное, романтическое. Добавляем активатор. Смотрите, как уже быстро начинает все сворачиваться. Он такой воздушный, блин. Обалдеть. И такой белоснежный белый. Честно говоря, я бы оставила этот слайм прямо таким. Мне он уже очень нравится. Напоминает такое нежное зефирное облачко. Так приятно замешивается. Собираем весь слайм по парочке. Тарелочки.
Ну что, смотрим, что в итоге у меня получилось. Вот такая вот белоснежно-белая база. Она очень приятно хрустит, послушайте. Такая вот розочка получается. Давайте ей похрустим. Просто шикарно. Ну и теперь давайте поделим эту базу на две части, потому что я хочу сделать два слайма. Как вы видите, в кадре уже появилась вторая тарелочка. Это значит, что пола отделять кусочек слаймика. И его я хочу окрасить в очень яркий цвет. Вот такой вот насыщенный зеленый. Добавляем. И, конечно же, все это замиксовываем. Ой-ой-ой, там был волос. Нет, уже нету. В общем, вы этого не видели. Как вы думаете, у меня получится добиться цвета максимально похожего на это зеленое покрытие? Ну, наверное, я взяла не ту краску. Вы слышите, как поют птички? Блин, наверное, нет. Цвет недостаточно насыщенный, поэтому добавляем еще краски. И, камон, внимание, к нам пришла подружка. Она уже улетела, здесь только что была муха. Жесть. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы получился максимально насыщенный, яркий зеленый оттенок слайма. Я уже добавила, мне кажется, весь флакончик краски, ну нифига, он очень-очень нежный получается. Да, безусловно, цвет красивый, но настроение у меня сегодня не такое, оно у меня сегодня супер яркое, супер зеленое, супер солнечное. И хочется, чтобы слайм тоже был такой же, но почему-то краска против меня. Почему так? Давайте соберем всю-всю-всю краску с тарелочки. И надеюсь, что мне это сейчас поможет, и слайм получится мега-мега-мега-мега-мега зеленый. No. Просто говорит, отвалите от меня, до свидули, пипули, до свидули. Я пыталась вам показать, какой глянцевый у меня получился слайм, хотя я в него не добавляла масло. Как это произошло? Вы просто посмотрите, как он бликует. Офигенно, мне безумно нравится. Ну и теперь пришло время добавок. Как вы думаете, что я в него сейчас добавлю? Скорее пишите в комментариях. И на счет 3. Раз, два, три. Та-дамс! Это, конечно же, блестки. Ну, как бы, хорошо знающие меня зумчики прекрасно понимают то, что Маша без блесточек — это не Маша. Так что засыпаем зеленые блесточки. И здесь были ярко-ярко-желтые, их, правда, совсем мало, смотрите. Но я хочу их все сюда добавить, так что зашипаем. Блин, их совсем чуть-чуть. Поэтому берем оранжевые блестки и также добавляем слайм. Офигенно. И теперь это все перемешиваем. Вот теперь этот слайм передает мое сегодняшнее настроение. Он обалденный. Кстати, пишите прямо сейчас в комментариях, какой слайм вы бы сделали прямо сейчас, каким цветом он бы был, какой текстурой, с какими добавками, с блестками, какой бы вы добавили шарник. И таким образом мы поймем, у кого какое сегодня настроение. Мне кажется, это очень интересная тема, очень интересная рубрика на канале. Так что, если вам она понравится, не забудьте поставить лайк и написать в комментариях то, что вы хотите продолжение рубрики «Слаймы по настроению». Ну, а я убираю этот слаймик сюда, в тарелочку.
И у нас есть еще немножечко белой базы. Ее мы сейчас тоже, конечно же, как-нибудь приукрасим. И знаете, что я буду использовать? А вы пока что не знаете, но сейчас узнаете. О, и да, ребята, это вот такие вот foam rings, либо же такие американские кружочки, колечки. Эти колечки дарила мне моя подписчица, за что ей еще раз огромное спасибо. Наконец-таки я нашла им применение и добавляю в их этот белоснежный белый слайм. Мне кажется, должно получиться очень круто. И знаете, что я еще сюда хочу добавить? Вот такие вот зеленые блесточки. Как вы понимаете, цвет настроения у меня сегодня зеленый, поэтому засыпаем. О, это так красиво, боже. Просто посмотрите. На солнце это все еще так сверкает. Обалденно. Кстати, цвет зеленый у этих блесток именно такой, как мне очень нравится. Он такой более неоновый, яркий, прям как эта краска. Ну и теперь это все замиксовываем. Просто обалденные звуки. Такая вот миленькая розочка получается. И теперь бомбически хрустим. Блин, это офигенский слайм. Давайте я его растяну и покажу вам, как он растягивается. Очень классно хрустит. Прямо сейчас пишите в комментариях, какую оценку вы бы поставили этому слайму. И нравятся ли вам такие слаймы, когда у них просто чистая белоснежно-белая база и всякие разные добавки. Я лично такие просто обожаю. Я много раз вам об этом говорила. И блин, каждый раз, когда я их делаю, я все больше и больше в них влюбляюсь. И теперь пробуем покликать. Невероятно круто. Ну что, на этом видео подошло к концу. Спасибо, что вы посмотрели его до конца. Скорее пишите в комментариях, какой слайм вам понравился больше. Первый, либо же второй. Таково сегодняшнее мое настроение. Оно максимально солнечное, зелененькое, блестящее. Очень надеюсь на то, что у вас тоже солнышко. Вам классно, вы круто проводите время. И вообще у вас крутое настроение. Ну а на этом все. Я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи. Всем пока. Пау! И это миксинг-шмиксинг. Покидоки, вау!